Итак, волшебные палочки Sailor Moon от Бандая. Четыре типа. На подставочке. Идут вот в таких кейсах. Обычно все в яйцах, а здесь цилиндры. Запакованы в пакет. Ничего не разбирается, ни лампочек, ни каких-нибудь бонусов. Большие где-то сантиметров 18-19. Идем дальше. Заклеен еще скотчем, но он был порезан заранее. Опять же, пакетик. Опять же, режем. А здесь уже есть какая-то бутылочка. Это бутылочка, непонятно с чем. Какой-то песок. Не откручивается, видно, запаяно намертво. Все. Вот это вот
орешки, так и есть. Получается две палки с бутылочками будут. В предыдущем случае вставляем шпиндик. Он тугой, и это хорошо. И основание. И ставим ко второй. Третье. То же самое. Тоже бутылочка. Схема, так понимаю, та же самая. Довольно плотно и просто так не вывалится. Главное не бояться нажать посильнее. И последнее. Деталей больше. Есть дополнительные фиксаторы, вот, например. Так что она не вывалится. И не развалится в ненужный момент. Крылышки можно двигать, можно не двигать. Сделан из обычного пластика. Качество, ну, как и все прайзы от Бандая, вполне ничего. Китайские игрушки на рынке, конечно, совсем по-другому выглядят. Вставляем
И четвертое готово. Все четыре палочки воительниц Sailor Moon, чья кого, я честно говоря, не знаю. Фанаты в курсе. Дополнительные фотографии смотрите по ссылке ниже. Там же можно их купить. Спасибо большое, что поглядели видео до конца. Подписывайтесь, заходите в магазин. Всего хорошего.